Зима выдалась сложной не только для бобруйчан, но и для городских дорог. Нестабильная температура и постоянные перепады с плюса на минус оставили свой след на асфальте. Коммунальные службы взялись за работу. На Ульяновской техника шумит уже не один день. Специалисты трудятся на участке от 50 лет в ЛКСМ до Гагарина. В планах обновить покрытие и заменить дорожный борт, в том числе и на остановках. Этот 850-метровый участок – один из самых больших проектов в 2022-м. Здесь уложат около 2000 тонн асфальтобетона. За качество отвечает ДСУ-16. Бригада по укладке асфальтобетона у нас работает порядка 20 человек вместе с техникой, с автомобилями. Мы планируем эту всю работу закончить в мае месяце. Весенний апгрейд ждет и железнодорожную. Тут уложили почти 900 метров дороги. Сейчас идет замена бортового камня. Отремонтируют покрытие и у двух вокзалов, а также на съезде с путепровода на Крылова. В ближайших планах мы будем выполнять работы по асфальтированию улицы Лынькова на участке от 50 лет в ЛКСМ до улицы Орджоникидзе. Улицу Орджоникидзе, саму непосредственно от Минской и до Оранжерейной, а также улицу Горелика, улицу Лесную и второй переулок Чаплыгина. Наносят специалисты и дорожную разметку. Уже обновлена Минская, Урицкого, Кирова, Социалистическая, Интернациональная, Горького. Всего в работе 26,5 тысяч квадратов. К списку добавится Гагарина, 50 лет в ЛКСМ, Сикорского, Батова, Чангарская. Новыми красками заиграют также пешеходные переходы и велодорожки. Карина Гуревич, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360.